моду эта одежда тогда вошла все же под другим названием. Свитера стали называть Гернси от названия острова в проливе Ла-Манш, откуда и экспортировалась эта шерсть. И вообще их делали цельновязанными, без различия спинки и переда. А вот само слово «свитер» появилось благодаря спортсменам. И никакого сладковатого флера в нем нет. Все куда прозаичнее. Оно образовалось от английского слова «пот», поскольку считалось, что эта одежда помогает избавиться от лишнего веса. Вспомним, что в конце 19 века наконец-то возродились Олимпийские игры. И, кстати, свитера тогда продавали очень хорошо, потому что их рекомендовали для похудения. Считалось, что жировые отложения выходят вместе с потом. Поэтому мужчины с удовольствием носили свитера.